Всем привет! С наступающим Рождеством! Всем счастья, здоровья! Надо немножко выйти поработать. У нас тут немного потеплело, хотя бы сегодня вот минус 15, наверное, градусов. Ночью опять минус 30 будет, и потом, я смотрю, тоже так довольно все равно холодно, поэтому надо уже начинать забрасывать снег в теплицу. Уже январь месяц, всю зиму теплица у нас закрытая. Только вот, соответственно, сейчас мы ее открыли, и надо будет вот, может быть, не за раз, конечно, но, может быть, за два или за три раза все вот это вот пространство закидать снегом. Каждый год так делаем. Кто-то писал в комментариях, я уже не помню, под каким видео, что наоборот, как бы, нужно, так сказать, сразу... Именно как только снег выпадает, сразу вот все прикрывать, чтобы ничего не промораживалось. Но у нас вот мы привыкли так, то, что у нас, соответственно, почва всю зиму, она вот так вот промерзает. А потом вот, или в январе, ну, ближе, наверное, к середине, либо если морозы, например, сильные были, можно и в декабре уже в конце забрасывать все снегом. Вот мы так делаем. Потом снег, весна приходит, снег тает, вся почва пропитывается влагой, ну и как бы такая хорошая становится, рыхлая. Ну, немножко все надо будет, конечно, ее подкопать, ну а так все равно гораздо лучше все растет вот именно весной, когда именно стало вот такой вот снежной водой. Вот такие вот трещины. Земля достаточно хорошо вот промерзла. И осталось только закидать все снегом. Сегодня также приготовили рождественский хлеб. Ну, в принципе, как он рождественский? Обычный рецепт. Пол литра теплой воды берется, 20 граммов живых дрожжей, сахара где-то 1,5 чайной ложки, пол чайной ложки соли, растительного масла, ну, примерно, наверное, столовая ложка, ну и мука. Муки уже точно не помню, сколько по граммам. Но главное не переборщить с мукой, тогда тесто будет более такое воздушное, пышное, мягкий, получится очень вкусный хлеб. И приготовили винегрет. Ну, в принципе, свои все овощи, поэтому ничего, только горошек магазинный, а так все из своего, из своих запасов, так скажем. Морковку, свеклу, отварили картошку, лучок добавили, и зеленый добавили с окошка, и огурчика немного соленого, и свежая капуста. Хорошо так хранится капуста. Периодически вот то одно приготовим, из нее то второе. Надо будет еще кочан занести из пчельника. Ну, вот так вот. Такой вот. Особо ничего такого сверхъестественного, но все равно вот так вот немножко приготовили и к рождественскому столу. Снега все больше и больше наметает. В это видео я еще вам вставлю осенние кадры, остались. Думаю, куда их пристроить. Ну вот, в это видео их добавлю. Некоторые писали, то, что очень приятно смотреть зимой на то время, когда было еще тепло, зелено. Вот так вот. Сейчас морозно и холодно и снежно. Начало положено. Столько снега. Потом надо будет еще подкидать, когда снег выпадет. Ну, чтобы слой был, или 15, или даже вот здесь все быстро тает. Здесь даже, наверное, будет где-то 20 сантиметров. Именно на самих грядках. Ну, и на дорожке тоже. Привет всем! Сегодня у нас 24 сентября. Собираю такую ягодку на компот, облепихи. Вот столько удалось набрать. И остатки ранеток тут всяких. И с одной ранетки, и с другой, и... Вот эти вот, это у нас яблони Соколовская. Должны были быть они крупные, но почему-то вот выросли такие маленькие. Но на компот все равно пойдут. В этом году очень много калины. Все ветки в калине. Сегодня у нас опять холодно. Прям очень холодно. Всего, наверное... То ли 7, то ли 6 градусов. Так вот. Ну, пока еще ничего не замерзло. Все целое.
все-таки успел вырасти. Именно поздний урожай. Такие вот горошины наросли. Ну, хорошие, толстенькие. Можно сорвать, сейчас есть. Вкусный вообще такой. Некоторые еще не очень, но вот часть уже прям такие хорошие. Сорву. Такие толстенькие. Подсолнух весь птички исчелкали. Ничего нету, но же листья облетают. Такая в этом году хорошая морковка выросла. Крупная. Надо будет уже скоро ее убирать. День до числа до 25-го, наверное. Сентября надо будет убрать всю морковку. Какая крупненькая. Самая крайняя здесь у нас морковь. Yellowstone. Она должна быть желтая. Ну, сейчас посмотрим, какая в итоге она. Ух ты, какая она большая. Такая вот желтая морковка. Выросла прям еще крупная. Такая вот большая, хорошая, ровная. Здесь помельче. Вот такая вот морковка. Отличная, можно сказать-то. Ну, постепенно сейчас все будем вырывать. Ну так-то чистая, не грязная. Ух ты, такая вот хорошая морковочка. Такая вот выросла в этом году кукуруза на земле. Не на грядке, а просто на земле росла. И она вот вызрела даже лучше. Все практически початки вот такие вот все. Плотные, цельные. Такие вот. В общем, тоже такой хороший урожай. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Но так в целом нормальная кукуруза. Сейчас отправим ее домой. Пускай подсыхает. Цветут георгины. Такой вот георгинчик. Красивый. Кустик высокий. Так вот цветет. Они поздно у нас зацветают. Ну хотя бы чуть-чуть успевают подцвести. Здесь тоже сверху какой распускается. Вот такой вот кустик. Зеленый, красивый. Высокий. Но жалко, что недолго. Подцветут и замерзнут.